Так, ребята, доброе утро. Нахожусь я в Домодедово. Сейчас время там что-то в районе 4:30 утра. Расскажу вам, как я съезжу на финал АМТ и финал Дебидрага в Краснодар и город Ростов-на-Дону. Опаньки, какой рассвет. Надо потихоньку собираться силами уже подползать к воротам выхода. Вот это дядька еще недовольный. Очень недовольный. Брелок. Брелок толстый. Не, может, видели брелки такие? Как оно? Шикарно. Ну, нормально. За штурмалом дядя Саша. Рома, можешь махнуть. Так, ребят, приехали в Джугбу. Морюшка. 150 км до Сочей, да, Сань? Да. Леха, махни. Пятерней. Леха вот такой себе купил трактор. Модный. Леха на подъеме. Ну, дизель же. Море. Верни. Наконец-то, рукой помашу. Давид, можешь Питер привет передать? Всем привет. Смотри. Это, слышь, это прайд бабки платит пацанам. Зарплату дали за сезон. Признавайтесь, негодяи. Привет, Антох. Как? Здорово. Нормально? Артем, походу, в прайд собирается, да, перебирается? Здорово. В эфире? Да. Это пацаны, короче, вот так вот надо делать. Это, короче, по идее, в коробке с усилителями лежит. Сразу в комплекте. Анатолий, я вижу, вы читерите. Нихуя себе. Смотрите, кто к нам добрался. Здравствуй, Андрей. Приветствую. Как ваши дела? Вы нормально. Как добрались? Я видел, вы в видос попадете. Двумя самолетами. Здорово, мужики! Здорово. Санкт-Петербург на проводе. Как дела? Отлично. Александр. Это про санки бы зря снимал, конечно. Не, не снимал. Парень хоть. Можете привет передать. Привет всем! Газель, Касима. Вот так вот ребята ездят. Вот так вот повседневно. Братишка! Братишка! Салем попалаем мы! Как ваш ничего? Лучше всех пришел, думаю, надо снять. Снимай. Я ж не против вообще. Снимай! Пойдем. Привет! Привет! Бля, пиздец, заебались. Заебался? Тяжело? Да, короче, 200 км Антох проехал, остальное все я ехал. Потому что я все двери собирал, я ночь не спал, короче.
Ну, тяжело, что класс. Класс! Сейчас после сумки с бабом только класс. Шутки в сторону, на самом деле, смотрите, что происходит. 160, 168, 172, 174, 93! Кроме 74, 93, друзья! Ну, где ваши аплодисменты? Мы находимся на финале АМЗ в городе Краснодар. Уже стали понятны, кто чемпион и кто вице-чемпион. Машин достаточно много, площадка выглядит так. Бронзовым призером становится сочинец Виталий Горбань. Ура! Титул вице-чемпиона уезжает в Екатеринбург. Космос Саунд, Team Ground Zero. И
Чемпионом в категории звуковое давление спель-шоу эксперт становится оренбуржец Дмитрий Пестов. Ваши аплодисменты призерам и чемпионам в этой категории. Артем Лывар, мы тебя поздравляем! Наконец-то чемпионство у нас. Второй раз, все отлично. Видишь, перерывчик, перекурил там где-то на задворках в прошлом году. Вот наконец-то. Отлично, аплодисменты, пожалуйста, друзья. Спасибо. А мы потихоньку переходим к следующей категории. Звуковое давление экстрим. И здесь бронзовым призером становится AZ-13 SPL Power, город Чехов. Ура! Самые крутые пацаны. Вице-чемпионами становятся Team Pride, Семен Константин, город Омск. Ну и наконец-то, да-да, Касимов правильно идет. Давай, иди. Чемпион в категории звуковое давление экстрим. Республика Адыге, город Майкоп, Рустам Касимов! Еще раз аплодисменты призерам и чемпиону. Место, значит, титул чемпиона забирает Bass Lines, Team Pride, город Екатеринбург! Ваши аплодисменты, пожалуйста, еще раз победителю и призерам. О, ну вот. Дельфинчик, одним давай! Одним больше, одним меньше. Че, у тебя их много все равно. Ну что ж, аплодисменты, спасибо.